Всем привет, с вами установочный центр ПК Авто. Сегодня в работе был Nissan X-Trail T32, всеми любимый. Устанавливаем их практически каждый день. Вот. Не вру, правда, почти каждый день. Магнитола в данном случае в ОМИ, серия FX, это 464, 8 ядер, слот под симку, все-все-все. Она работает быстро и прекрасно. Давайте по основным функциям. Покажи кнопки на руле. Они все полностью работают. Громче, тише. Следующий, предыдущий трек. И чтобы комплектация у нас с круговым обзором, нажимаем тормоз, включаем заднюю передачу и видим изображение с кругового обзора. Как бы линии парковочные поворачивают, все работает как и работало. При срабатывании передних парктроников также включается круговой обзор. Выключаем. Включаем габариты в машине. У нас экран притухает и подсветка загорается в цвет штатной панели. Данное включи, чтобы не засветлить ярко слишком на камеру. В этой линейке FX подсветка RGB под любой автомобиль настраивается без проблем. В бардачке у нас дополнительный слот, дополнительный USB под флешку и слот под сим-карту. 4G LTE, вставляете сим-карту, интернет есть всегда, также можете магнитолу использовать как точку доступа. То есть раздать с нее интернет, едете куда-нибудь, два ребенка сидят, они подключились к магнитоле, и вы все пользуетесь одним интернетом. Главный экран магнитолы, Яндекс.Навигатор, музыка с флешки, радио, приложение. Добавляем себе телевизор, удаляем, например, вот это, и добавляем YouTube. Меню обычно Android, Play Market, в открытом доступе миллионы приложений скачиваете под своим аккаунтом. Чтобы принудительно включить круговой обзор, например, мы на кнопочке на руле, сейчас потише делаем, кнопку на руле, зажимаем кнопку вперед, держим, и у нас включается круговой обзор. Еще раз нажимаем, держим, включается правая камера парковочная. Припарковались, еще раз нажали, держим, и у нас выключается круговой обзор. Приборка полностью дублирует магнитолу, какая сейчас станция, например, нажимаем ОК. Нужно найти, правда, мультимедиа. Вот, 103,3, и здесь тоже 103,3. 87,5 нажимаем, и там тоже 87,5. Флешка также дублируется, ну и все дублируется. Кнопки на руле все работают. Штатные USB у нас работают, и микрофон для громкой связи мы выводим в левую верхнюю стойку. Он маленький, аккуратный, его вообще не видно. Громкая связь прекрасная, качество звука обалденное, в магнитоле встроенный DSP-процессор. Миллион настроек, вообще, под каждого человека можно сделать индивидуальную настройку. Есть звуковые сцены, например, задержки, можем на заднего левого пассажира, например, звук весь перенаправить. И это не то, что все три колонки отключаются, одна колонка играет. Это система как раз DSP, она фокусирует звук, все колонки играют, но основной звук слышит задний левый пассажир. Вот так. Ну, делаем на весь салон, либо просто на водителя, чтобы все спят в машине, а водитель едет слушать музыку. Весь салон. Магнитола работает очень быстро. Хотите также, переходите по ссылке, заказывайте. Мы установим. Всем пока.